Сегодня мы последний вечер находимся на острове Флорес. И я говорю, давай дальше пойдем. Муж говорит, давай еще, куда мы не сходили, сходим. И вот мы дошли до того места, откуда первый день я показывала, прыгали мальчишки. Они вот отсюда прыгали, девчонок отсюда вот сталкивали. И все тут купались. Муж сейчас оценил все эти возможности, ныряние и плавание, говорит, тут вообще классно, то есть очень удобно. Там вот, где мы были, там как-то было опасно, много было подводных таких высоких камней, а здесь вот прям как настоящий бассейн, такой хороший, теплый бассейн настоящий. И мест много, о, заливается как водичка, классно. И мест много, вот, что, поднимемся наверх? Нырять же, вроде он сказал, нырять умеешь. Вот, значит, мест много реально. Вот тут несколько площадок. Там вот сейчас парень с девушкой ныряют. Мы здесь вот тут прошли так. Вот тут много действительно мест. То есть рассчитано, видно, на большое число отдыхающих. Потому что если бы было мало, то зачем бы столько было делать? Тут же вот это вот все, вот эти площадки, это площадки для загорания. То есть вот прямо на эту бетонку кладут какую-нибудь циновку или полотенце, плед и ложатся. Вот так они тут отдыхают, загорают. Прям вот курорт. А вот сегодня написали мне, что похоже все на Исландию. Я тоже такие же ассоциации вижу, что да, Атлантика, как в Исландии, вулканическое происхождение вот этого вот острова, тоже все такое черное, как в Исландии, какая-то такая непогода, как в Исландии тоже, то есть как бы, ну, не очень тепло, не холодно, конечно, но и не тепло, мы вот тоже такую примерно погоду попали в Исландию. И что-то такое могущественное, да. Но какие-то места, вот я говорю, напоминают все-таки Кабо-Верде, например, эти зеленые места, они вот как-то не Исландию уже напоминают, а Кабо-Верде, острова зеленого мыса, да. Ну вот так. Вообще красиво, конечно, и приятно. Что, еще пройдемся или хватит? Вот так вот тут. Не знаю, кто-то тут плавает по этим протокам. Сегодня рыбы столько мы видели. Тут чистое же все. Все видно, всю рыбу. Такие были рыбы и поменьше. Вообще классно. Ну-ка, давай сюда подойдем. Здесь тоже ступеньки, тоже можно спуститься, тоже плавать. Вот такая вот чистая вода. Атлантика. Ну тут скользко уже в том будет. Ниже, да. Примерно вот пятая ступенька уже будет, я думаю, скользко. Да, тут уже невозможно будет. А вот первые четыре нормально. Не выберешься просто вообще в принципе. Будешь просто скользить, да? Да. Ну вот. Ну там есть вот хорошее место, пойдем покажем. Которое не скользит, с которого нормально спускаться. Они еще одевают же эти резиновые тапочки. Я вот смотрела, как они идут сюда. Они идут в резиновых тапочках, чтобы не скользить вот по этим ступенечкам, по металлическим. Ну вот так. Всем привет с Флориса, Азоры.